возрастной диапазон наших пациентов просто не ограничен. У нас могут быть дети, начиная с 3 лет. И вот совсем недавно у нас был пациент, ему сейчас 83 года. Честно говоря, он не хотел приходить нам на лечение. Его привела, что называется, за руку его дочь. 54 года этот человек, бывший офицер, подводник, страдал от приступов астмы, удушья. И когда он пришел к нам, он выразил свое недоумение, сказав: «Вы что, собираетесь меня учить дышать? Как же так? Я 83 года дышал, как Бог на душу положит, а сейчас вы меня будете учить дышать». Сказали: «Да, конечно, вот как не кажется вам странным, мы действительно будем вас учить дышать». И вы знаете, ведь метод Бутейко – это волевая ликвидация глубокого дыхания. Она требует силы воли и хорошей организованности от человека, и достаточно сильной мотивации. И вот когда я, ну не то что выразил сомнение в его силе воли, просто рассказал ему о том, что требуется от пациента для достижения результата, он сказал: «У меня, как офицера-подводника, сила воли есть более, чем нужно». И вот его слова действительно не разошлись с делом. Он стал усиленно заниматься этим методом, и постепенно его приступы и удушья сошли на нет. Он даже отказался от лекарств. Это настолько его поразило, что он вернулся к хобби всей своей жизни. Он писал картины. И вот одну из своих замечательных картин он подарил нам. И сейчас она у нас висит в офисе. И вы можете посмотреть. Посмотрите, вот чайки на фоне моря. Значит, море в его представлении – это стихия, в которой он всю жизнь находился, которая его бросала как щепку со стороны в сторону. А вот чайка – это он, который вырвался от всех зла, от той болезни, которая его донимала.